без доказательств рассчитывать не на что. Но я же не могу просто сдаться. Не может быть, что это конец. Джарвис, есть запись допроса Моники? Конечно, мисс. Она доступна в помещении, смежном с комнатой для допросов. Позвольте спросить, мисс Хан, что вы надеетесь найти на записи допроса? Не знаю. Не могу сидеть сложа руки. А вдруг она проговорилась? Настоящий враг здесь, а им? Вот бы Тони с Брюсом это поняли. Без обид, Джарвис. Просто хочется, чтобы тут был еще человек. Понимаю, мисс Хан. Запись с допросом. Здесь должна быть зацепка. Дай угадаю. Планируете сенсацию на презентации адаптоидов? Ну же, Моника, дай подсказку. Обыщи всю землю. Лабораторию не найдешь. Адаптоидом быть, Брюс. Спасение мира требует жертв. Бесполезно. Вот бы поговорить с папой. Звоню Юсуфу Хану. Нет, 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 Джарвис, я не в этом. Алло? Бета, это ты? О, Камала, если это ты, я очень скучаю. Я не злюсь, просто хочу, чтобы ты вернулась. Прости. Зря я велел тебе скрывать свои силы. Ты сейчас запуталась. Может быть, напугана. Главное, обязательно всегда будь верна себе. Я люблю тебя. И я тебя. Адаптоидом быть, Брюс! Обыщи всю землю. Лабораторию не найдешь. Обыщи всю землю. Лабораторию не найдешь. Обыщи всю землю. Обыщи всю землю. Обыщи всю землю. Ну, конечно! Она про спутник! Спутник! Мстители, если вы слышите, кажется, я нашла зацепку. Да, я знаю, что облажалась. Я так хотела винить Аим в Дне Мстителей, что ничего не замечала. Но, наверное, у Кэпа были причины так поступить. Я знаю. Люди верят в Мстителей. Не только потому, что у них есть суперсилы, а потому что, несмотря на все сложности, на все ваши разногласия, вы всегда вместе.
Вы так и не поняли? Ваша главная сила в том, что вы разные. Я была просто чудачкой из Джерси, неудачницей. Но вы увидели меня настоящую, приняли меня. Злодей, грозящий миру, по-прежнему на свободе. Но мы его остановим. Важно не быть хорошим, а поступать хорошо. Понимаю. Ветер глаза сушит. Знаешь, я не умею. Мне жаль, что... И мне. Ну ладно, да. Так что там про зацепку? А, это запись беседы. Слушайте. Обыщи всю землю. Лабораторию не найдешь. Ага. Моника права. Она не на земле. Я не врубаюсь. Но когда меня схватили, я подслушала спор Моники и Тарлтона. Потом Тарлтон вышел, а Моника вывела координаты спутника под названием Амброзия. Амброзия? Щит проводили там биологические исследования. А им, наверное, потом захватило его. Отличное место, чтобы ставить эксперименты над нелюдьми, да? Если нужно изучить нелюдей на молекулярном уровне, как раз нужно место с нулевой гравитацией. Ты молодец. Итак, мы знаем, куда нам надо попасть. Надо только придумать, как. Вы о проекте «Звездное ускорение», сэр? Вы отказались от него из-за недостаточной мощности вспомогательных двигателей. Да, не грузи нас подробностями. Но тогда у меня не было связи с мистером Муравьишкой. Джарвис, позвони Пиму. Нам надо добраться до космической лаборатории. Только он может нам помочь. Я надеюсь, это визит вежливости. Ага. Зашел вежливо попросить у тебя одолжить мне немного частиц. Хочу уменьшить один от себя. В таком случае тебе потребуется проникнуть на секретную базу АИМ. Приходилось слышать о Меридиане? Проникнуть туда будет непросто. Это место серьезно охраняется. Вдова? Должна сказать, когда ты злишься, речи у тебя выходят особенно вдохновляющими. Слушай, Над, мы вели себя как идиоты. Хоть я и люблю слушать, как ты корчишься от стыда, мне кажется, нас ждут дела. Я могу провести нас у Меридиан. Нас? Мы же все заодно, нет? У нас мало времени. Когда меня арестовали, а им конфисковали все мои исследования, они пока не разобрались, как использовать мои частицы, но наверняка держат их под надежной охраной. Так, на базу Меридиан проникнуть не так уж и просто. Думаю, наилучшим вариантом будет захватить один из поездов гиперцепи и добраться на нем до самого сердца базы.
Я могу взломать систему управления поездами, но это поставит под удар муравейник. Ваим смогут определить наше местоположение. Придется вам действовать быстро. Значит, просто возьмем и ворвемся на эту базу. Отлично. Я предпочитаю идти напрямую. За все время работы под прикрытием Ваим мне ничего не удалось выяснить о базе Меридиан. Но надо, значит, сейчас выяснишь. Загружаю координаты входа на станцию гиперцепи. Выдвигаемся. А сколько у АИМ суперсекретных исследовательских баз? Слишком много. Но Меридиан одна из самых главных после Нью-Йорка. Не страшно испытывать изобретение Пима на своей броне? Хэнк умный мужик, но частицы Пима стабильностью никогда не отличались. Если он их обуздал, нам очень повезло, так что держим кулачки. Вы же знаете, что я вас слышу. А, черт, Над, опять! Прости, меняем канал. А вот и станция. Она защищена силовым полем. Выведите из строя источник питания, тогда я смогу взломать систему и вызвать вам поезд. Ясно. Вы это видели? Да, не ту сторону ты выбрал. Свободен. Это ты зря. Вижу противника. О, черт, плохо дело. Ты меня пугаешь. У них тут серьезная защита. Потребуется больше времени. Ясно. Нам надо попасть на поезд. Спасибо, дружище. Берегите зрение! Yeah.
Меня на всех хватит! Посадка заканчивается. Тони, серьезно? Проверка безопасности пройдена, доктор Белова. Прошу, займите удобное место. Белова? Мой старый псевдоним. Проклятье! А им уже возле муравейника. Образец частиц нужен нам как можно скорее. Похоже, время вышло, Хэнк. Еще нет! Мы почти на месте. Осталось заполучить то, зачем явились. Это Меридиан. Боже мой, смотрю, эти воин без дела не сидят. Фиксирую излучение частиц Пима в центре базы. Высылаю координаты. Вот за что я люблю тебя, Джан. А, парни, вы такие милые. Проклятье! Мстители, у нас проблема! Похоже, Пим выследил адрес, с которого я взломал их системы. Мне поступают тревожные сигналы с периметра вокруг муравейника. Добывайте этот образец и возвращайтесь как можно скорее. Рядом расположен ящик с оборудованием. Черт, Старка подбили! Одному из членов сопротивления неподалеку от вас требуется помощь. Кто-нибудь следит за счетом? А то я явно веду. Эй, ребята, я тут не справляюсь. Спасибо!
парни сегодня. Над ранена! Я помогу! Эй, ребята! Я тут не справляюсь! Девчонка ранена! Давай, сражайся дальше! Что-то в груди сперло! Здорово получилось! Дорогуля! На подмогу Тео, одного из моих оперативников. Он телепортирует вас и образец назад в муравейник. Телепортирует? Звучит интересно. Пожалуйста, поспеши. Что-то мне не очень. Пожалуйста, поспешите, пока они не добрались до нас. Кто-нибудь следит за счетом? А то я явно веду. Yeah.
броня может и на автопилоте справиться. Отлично. Вроде пока все чисто. Образец с частицами у нас. Хэнк! Черт, Пим, где твой оперативник? Должен быть на месте. Мстители! Скорее! Где частицы Пима? Надо возвращаться в муравейник. Им нужна наша помощь. Вы нужны на передовой. Держитесь, будет та еще поездочка. О, спасибо. Я доставлю их доктору Пиму. А что это за место? Эй, парень, может, просветишь нас? А, это укрытие недалеко от муравейника. А, тоже мне укрытие. Мстители, идите сюда и задержите их. Что за херня тут происходит? Просто отвлеките это. Я присоединюсь к вам, как только смогу. Порядок! Мстители здесь. За дело. Да, не ту сторону ты выбрал. Пустяки! Царапина! Что за херня тут происходит? Просто отвлеките это. Я присоединюсь к вам, как только смогу. Порядок! Мстители здесь! Зай... Ай, молодца! Черт, дело плохо. Машина АИМ прорвется через несколько минут. Тогда надо ее уничтожить. Вырубай! Время больших пушек! Цельтесь в патрубки на ногах. Отлично. Осторожно, опять поднимается.
целитесь в глаз. Она включается. Боковые патрубки перегрелись. Бейте по ним. Осторожно, опять поднимается. Осторожно, опять поднимается.
Это ваш шанс. Цельтесь в глаз. Кажется, можно бить в боковые патрубки. Опять поднимается. Пустяки! Царапина! Неприятности! Осторожно, опять поднимается. Ха-ха! На, получи, распишись, Аим! Хм, сэр, я зафиксировал значительный телепортационный импульс. Хэм, тебе нужно немедленно эвакуировать муравейник. Ни за что. Хэм, эта штука вроде еще не готова. Брось, Тони, что ты такой скучный? Не могу поверить. Сработало. Поздравляю, доктор Пим. У сопротивления теперь есть новое, весьма впечатляющее оружие. Они даже миленькие, когда такие маленькие. Спасибо, ребята. Я у вас в долгу. Спасибо вам за помощь. Я распоряжусь, чтобы необходимые вам частицы доставили на Химеру. Спасибо, док. Я знаю, ты меня не послушаешь. Но все равно, будь осторожен. Постараюсь.